Всем привет, ребята! С вами LPS Star. И сегодня в очередном мастер-классе мы будем делать барабанную дробь наклеечки. Да, именно наклеечки. Да. В общем, вы можете сделать их вот такие маленькие для LPS, также и большие для всяких телефонов, рюкзаков, хоть на стену повесьте. Это уже ваше дело. Вот. Короче, очень классная штука. Вот такая мелатень у нас получится. Ну, конечно, можно распечатать на принтере. Это уже дело вкуса. Да. В общем, нам понадобится бумага. Ну, или картон. Двухсторонний скотч, который обязателен. Также ножнички, тоже обязателен. Ну и еще можно взять либо гелевые ручки, либо карандаши, либо фломастеры. Вот, ну карандаши это уже не очень, тогда лучше на бумаге. Угу. И, конечно же, черная гелевая ручка для обводки. Ну, это уже тоже дело вкуса. Ну и именно прозрачнейший скотч. Вот! В принципе, у нас уже все на месте, можем приступать. Итак, я думаю, все понимают то, что для начала нужно сделать карандашную заготовку. Ведь так? Ну, типа да. А я уже сделала маленькую заготовочку. И теперь надо все это раскрасить гелевыми ручками. Я раскрасил? Нет. Я раскрасила! Oh my God! В общем, мы уже сделали нашу маленькую заготовочку. Вот. А теперь можно отрезать небольшой кусочек, чтобы нам было удобнее, и покрыть этот кусочек скотчем. Ну, чтобы заколка, во-первых, блестела, а во-вторых, чтобы не заморалась и все такое. И вот. Ну, правда, не мелатень? И вот можем сразу же прям вот так вот скотчем наляпывать. Ух! И выжу. Вот. Главное, чтобы скотч был на самой вот этой будущей наклеечке. Вот. Всё. Идеально. И, наконец-то, финальный этап. Нам нужен двухсторонний скотч, который чуть на меня не навалился. Вот. А мы этот двухсторонний скотч заклеим также только сзади. Угу. Ну и, в принципе, наклеечку можно вырезать. Готово! И вот. Ну а теперь можем вырезать по контуру. И все готово. Я, наверное, его налеплю себе на телефон. Ах, какой милаха. Ну что ж, теперь мы можем снять защитную пленку от двухстороннего скотча. А, это так сложно. Вот. А что со мной? О! Нёх! Как это мило, я себе на телефон прилеплю. Надеюсь, видно, что это сердечко. Вот. Очень красиво. Да. Вот такой вот прекрасный мастер-класс. Угу. С вами была LPS Star. Обязательно подписывайтесь. Вот, и делайте тоже такие наклеечки. Да. В общем, всем пока! И ждите следующего мастер-класса. Да. В принципе, у меня уже есть сценарий. Ну, а я передаю спасибо Викунсулю, потому что это она придумала вот эти наклеечки. А теперь точно всем пока. Тынь!